рождения, Лена Анатольевна! С днём рождения тебя! Друзей со всех концов, и то и брал, ты меня другой не знал. Днём рождения! Добрый день, дорогие друзья! Сегодня я хотела бы с вами поговорить на тему дня рождения, своего дня рождения, о том, сколько я его дней праздновала, какие подарки я получила и сколько гостей у меня побывало за этот, ну, почти месяц. Ну, к чему я веду? Да я веду к тому, что я праздновала свой день рождения почти месяц. По той простой причине, что, если учесть тот момент, что вообще меня начинают с 8 марта поздравлять с днем рождения, и так это длится до 18 марта. Потом 18 марта вторая часть происходит моего дня рождения. Те люди, которые знают, что я все-таки родилась, я есть, мне можно петь многое лето. И все несут разные подарки. Но самое важное, я хочу сказать, что да, я возвращаюсь на сцену, но все равно я волонтер. Я таким волонтером и останусь, я не исправлюсь. Я хочу вам напомнить, что я являюсь руководителем волонтерского движения «Покровские врата». Так вот, девчонки, «Покровских врат» собрались и устроили мне сюрприз. Прямо у нас в офисе на Петровском бульваре они накрыли чудесный стол, сделали своими руками много разных сюрпризов для меня. И с огромным букетом роз меня поджидали. А читать не надо потом, да? Да, ну сейчас вопрос эффекта, а потом... Подожди, а что ты не возьмешь сейчас? Господи, какие же... Подождите. Спасибо, мои любимые. Боже, что мой. Вот, спасибо, прочитать стихи. Вот, наша Лариса постаралась и написала для вас... Я смотрю, такое затишье. Да. Нет, все... Дело пошло, прошу. Ладно, дыхание задай сразу. Сразу я прочту. Да. Пришли поздравить все ее. Красавицу и умницу. Большую, добра, скромна, любима. Нами ее детьми, как наша путеводная звезда,
все освещает и помогает каждому из нас познать источник жизни, Господа и веру. А голос, песни слушаешь и понимаешь. Вот женщина, которая поет, а сердце бьется сильно от избытка чувств. Ты покорен чудесным пением, талантом. Дай Бог вам, дорогая, в юбилей и в остальные годы быть радостной, здоровой и счастливой. Удачи пусть сопутствует во всем. Успехов и побед во всех деяниях, слава. Спасибо, мои хорошие. Все девчат, все старались положить. Спасибо, мои дорогие. А здесь стихи? Это нас тоже. Привет, мои девочки, мое солнышко. А здесь еще спасибо, мои дорогие. Стихи, мудрые солнышки и чайник для чая. Ура! Всех благ. Ура, спасибо, мои дорогие. Ой, и чай. Это такой заповальный. Чай клубничный. Да, это да. Посмотрите, какая красота. И ты такой, да. Вот, даже разобраться. Ну да, мы целую, кого еще не целовались. Надо помочь, надо помочь. Мои любимые, спасибо вам, мои дорогие. Основное – это служение людям. Служение людям тем, которые в этом очень нуждаются. И я говорила, что, и буду повторять это всегда, что я есть только благодаря вам. То, что вы есть у меня. Если вас не было, у меня бы тоже не было. Спасибо, мои дорогие. Спасибо. Спасибо, чмогать всех надо, да. Надо сделать это. Тяжело, наверное. Ну, это вы и сёры, да. Вы и сёры, что там? Дай муж, закрыли. И самое главное, не дай. Спасибо, мои дорогие. Да. Надо раскрыть её. Надо раскрыть её. Самое интересное, я же получила команду разгружать машину. А, вон свет. Меня перехватили. Давай еще раз. Еще раз, но это будет глубоко. Ну ничего, еще раз. Если ты что, конверт заберем из пути? Это на видео. Если, например, вы живете, там, я не знаю, с мамой, с папой, вот ты живешь с мамой, с папой, к примеру, да? И есть, например, папа покупает что-то такое без ведома мамы, накупит там чего-то, мама еще накупит чего-то. Вот смотрите, если вы будете постоянно за папу и за маму выбрасывать эти продукты, они так и будут покупать. Они так и будут это тащить, тащить, тащить. В чем апостольское служение заключается, особенно Великий пост? Когда сказать, я это больше не выкину. Если хочешь выбросить, выбрось. Всегда стараться оправдать людей, всегда стараться чему-то научить. Если ваши дети противятся вашему воспитанию, вы вспомнили, что их нужно в 12 лет, там, в 13 воспитывать, и они противятся и не хотят, ну и не надо, не заставляйте их. Но потакать нельзя. Мам, сделай сок. Мам, сделай еду. Встань, возьми. Мам, сделай сок. Молчок. Мам, сделай сок. У тебя руки есть? Ножки есть. Если... Тебя научить? Хорошо, научу. Знаете, это глубокое заблуждение. Я совершенно не боюсь об этом говорить открыто. Когда люди идут к незнакомым батюшкам и просят у них благословения на молочные продукты. Батюшка не знает человека, он должен брать на себя грех, благословлять, то есть не на пот. То есть, по сути, мы клянчим благословение, чтобы батюшка благословил. Не поститься, по сути. Если это духовник, это одно дело, а просто батюшка благословить, не поститься, он даже не имеет этого права, как священник. Поэтому ходить к батюшке, брать благословение на то, чтобы есть там яйца и молочные продукты, не надо. Нужно просто понимать адекватно, либо решить с духовником, либо самому разобраться. Я не могу жить, ну не могу, я совсем падаю. Если я не ем молочные продукты, яйца, я совсем падаю. Ну реально падаю, ну просто, я как тень становлюсь. Я не могу работать, не могу ездить на работу, заниматься с детьми. Значит, что надо сделать? Надо включить молочные продукты и надо включить яйца. Все, батюшка тут ни при чем. Духовный наставник есть, благословилась у духовного наставника, нет, сама решила. Неделя, она как бы напоминает о том, что пост идет. И на самом деле самая его красота. Это очень красивая неделя.
очень красивые песнопения, очень красиво украшают храмы. Обязательно сходите, посмотрите, кресты, вынос креста был сегодня в цветах. Невероятная совершенно красотища просто. Но в то же время это еще там помогает просто вспомнить, что идет пост. Это не диета. Вообще не диета. Даже не на 5 минут, вообще никак. То есть, если вы видите, что кто-то лицемерно постится, а лицемерно постятся, у нас даже на презентации такие встречались. Ой, что вы такой же, сейчас же пост. Вот. Вот так. Очень верующий. Девочка такая, отодвинула Жуленга, и сейчас же пост, нет. Вот это лицемерный пост, он никому не нужен. Господь сказал, не надо ходить с кислыми минами, не надо делать вид, что ты постишься. Надо быть всегда в радости. Вот эти вот все страхи, откуда они берутся? От суеты. Страхи человеческие берутся от суеты. Потому что когда мы в суете, мы не можем остановиться, успокоиться и задуматься, а страх ли это вообще? Может, и ничего страшного нет, да, вы понимаете? То есть враг так закручивает человека, суету в панику, что даже ты не можешь сама себе признаться, успеть, времени у тебя нет. Почему ты паникуешь, откуда пришел этот страх? Поэтому, девочки мои хорошие, мои солнышки, надо все с разумением делать. Это абсолютный факт. Если вами... Вы знаете, вот я очень долго думала, я ушла... со сцены на, как бы, на своем таком самом пике. Господь меня просто выдрал с нее, потому что я заболела. На пике, когда меня пригласили в мюзикл очень известного человека, чтобы я там главную роль, а у меня Господь выдрал. И я только сейчас благодарю Его, постоянно бью поклоны земные, говорю, Господи, спасибо Тебе, что Ты выдрал меня, потому что я не могла сама остановиться, я даже этого не умела, оглянуться вокруг себя. Вот все, кто хочет чего-то добиться, запомните, вами это не должно обладать. Если Бог видит, что вами это не обладает, Он вам обязательно даст и достаток, и мужа, и семью. Если он видит, что вы зациклены, ой, найти бы мужа, ой, замуж бы выйти, родить ребенка, он не будет это давать. Надо расслабиться и все отпускать. Да, это тяжело. Но Господь, понимаете, Он же любит нас. Он великодушный Отец, и Он желает нам спасения, не нарушая нашей свободы. И поэтому, конечно же, если видишь, что человеком обладает даже желание замужества, это же страсть. Это тоже страсть, которая полностью накрыла девушку. Она, мне 40, мне 42, мне 45, все, замуж я не выйду. Все, это страсть. Она обладает девочкой. И получается, что все, и ничего не выходит. Как только она расслабляется, вдруг кто-то появляется на горизонте. Иногда, может быть, не совсем тот. Бывает такое, что не совсем тот на горизонте попадается. Но все равно мы идем на такие условия, потому что хотя бы пусть хоть какое-то движение, но будет. Это все движение. Самый большой был подарок для меня, конечно же, это мое возвращение на сцену. Это моя презентация, которая состоялась 28 марта. Обратите внимание, 18 марта был день рождения, а 28 марта состоялась триумфальная презентация с участием моих коллег, друзей, моих любимых волонтеров и с участием звезд шоу-бизнеса, среди которых, конечно же, несравненный, совершенно необычайный человек – это Бедрос Киркоров. И, конечно же, Ольга Борисовна Кормухина, которая, несмотря на свою занятость, все равно выбралась ко мне. Да, и Алексей Белов, ее замечательный супруг, талантливейший музыкант. Презентация – это почти оказалась такая вспышка на прохождении дней моих рождений. Так бы я сказала. Презентация также подключила к этому дню и особенных ребят с ограниченными возможностями. Приехали замечательные, любимые мои интернаты Подмосковья. Поздравили меня с днем рождения. Привезли разных вкусняшек, конфет, ценных подарков. Не финансово, а душевно ценных подарков, потому что они делали это все своими руками. Также приехали поздравить и ребята из Звенигородского интерната, которые своим трудом сделали совершенно чудеснейшую композицию, которая висит у меня теперь дома. Я на нее смотрю и постоянно о них вспоминаю. Мы много пели дуэтом с артистами, но также мы пели дуэтом и с ребятами с особенными.
Такой вот наш звездочка, вот замечательный Сашенька Блинов. С ним мы тоже вместе выступали. Об этом говорить можно много-много-много. И вы знаете, я такой счастливый человек, потому что именно вот этот показатель, сколько людей тебя помнят, сколько людей тебя поздравляют, сколько народу к тебе идет, это и есть показатель твоей нужности. И действительно, ты не просто так живешь эту жизнь. Ты живешь для людей, и люди это ценят. Скажите, это здорово. Я вообще узнала жизнь рядом с вами, дорогие мои золотые ребята. Спасибо вам. Я научилась любить это благодаря вам. Долгие-долгие жизни. И с вашего дня рождения я хочу пожелать, чтобы вы берегли себя тоже, чтобы могли ваше добро распространить как можно больше. С днем рождения! Татьяна Анатольевна, мы вас поздравляем с вашим днем рождения. Желаю вам всего самого хорошего, доброго. Благодарим вас за ваше милосердие, за взаимопонимание, взаимовыручку, то, что вы всегда нам помогаете, спонсорской помощи, волонтерской помощи. Всего вам самого доброго. Дорогая Татьяна, я поздравляю тебя с днем рождения. Приветствую тебя и твоих подопечных, с которыми вы вместе делаете добрые дела. Я очень рада твоему возвращению на сцену и надеюсь, что у тебя все получится. Пусть задуманное осуществится. Удачи тебе и процветания.
Уважаемая Татьяна Анатольевна, примите самые искренние поздравления в день вашего рождения от сотрудников, от меня лично, от деток детского дома. Хотелось бы вам пожелать плодотворной работы, успехов, благополучия, конечно же, здоровья. И всегда ждем вас в нашем детском доме. Благодарны вам за то, что вы делаете. Татьяна Анатольевна, пусть сбываются все ваши мечты, ведь именно они помогают нам двигаться вперед. Уважаемая Татьяна Анатольевна, желаю, чтобы у вас все задуманное непременно осуществилось. Татьяна Анатольевна, поздравляем с днем рождения, милую, очаровательную, добрую женщину. Желаю вам счастья, здоровья, успехов и всего самого наилучшего. Вам весенней радости, семейного тепла и поддержки близких. Ановский детский дом «Ровесник» поздравляет вас с днем рождения! Дорогая Танюша, с днем рождения тебя и твоих подопечных. Мы очень рады, что ты вернулась. Я поздравляю с днем рождения, многое-многое лето тебе. И пусть все будет хорошо. Ангел-хранитель тебя. Танечка, привет тебе из Германии. Поздравляю тебя с днем рождения. Поздравляю тебя с возвращением на сцену. От души хочу пожелать тебе, чтобы все твои начинания имели успех. Получилось все задуманное. Душевной тебе гармонии и благополучия. Дорогая Татьяна Анатольевна, коллектив Одинцовского комплексного центра социального обслуживания населения от всей души поздравляет вас с днем рождения. Спасибо вам за все те прекрасные праздники, которые вы устраиваете для нас. Танюшка, я от души поздравляю тебя сегодня с днем твоего рождения. Я желаю тебе счастья, я желаю тебе здоровья. И я очень рад, что ты решила снова вернуться на сцену. Прекрасно. Поздравляю Танечку Славянскую и ее замечательное движение «Покровские ворота». Спасибо огромное за то, что вы делаете для людей. Спасибо вам, мои дорогие друзья, коллеги, которые всегда рядышком со мной. Сегодня я хотела бы поговорить, а вернее ответить на самые часто задаваемые вопросы, связанные с днем рождения. Самый замечательный вопрос, вернее их несколько, так будет справедливо. День рождения – это все-таки праздник или проблема? Организаторская, финансовая, моральная. Ну, я хочу ответить на этот чудесный вопрос так, что это все-таки ответственность. Это ответственное мероприятие, я бы сказала, не столько финансовое, потому что нам хорошо, когда мы не считаем деньги. Поэтому, наверное, да, ответственность чисто организаторская. Морально? Ну, а какая мораль? Только одно счастье. Поэтому да, организаторская ответственность абсолютно точно. С кем отмечать день рождения и сколько раз? Ну, конечно же, день рождения, я считаю, что нужно отмечать с самыми родными людьми. Раз. С коллегами. Два. С родственниками. Три. С подчиненными. Четыре. Пять, шесть, семь. Ну, в общем, вы поняли, что я люблю погулять. Также возникает часто следующий вопрос. День рождения отмечаешь в одиночестве или обязательно с кем-то? Или сколько раз? И нужно ли всех гостей тащить в одно место? И нужно или по разным отмечать местам свой день рождения. Ну, что я вам могу сказать? Конечно, если человек разноплановая личность, очень многогранная, то, конечно же, его могут окружать совершенно разного типа люди. Как статуса, так и психотипа. Поэтому есть такие знакомые, но я бы назвала это все-таки не друзьями, нужно быть справедливыми, да, знакомые. Есть такие знакомые, которые предпочитали бы отметить свой день рождения с тобой один на один. Пойти в ресторан, пойти в кафе, либо просто побыть дома за чашкой чая. Бывают такие знакомые, которые, наоборот, любят новые встречи, тусню, чтобы было все живо, чтобы было интересно. Они предпочитают огромные шумные компании. Поэтому
нужно обязательно относиться с уважением ко всем своим знакомым и все-таки подходить сугубо к каждому, да, кому что может понравиться, кому что может быть интересно. А также выбирать место проведения и выбирать время даже проведения, потому что многим нравится только вечер, а кто-то вообще предпочитает утром пить чай с пирожками. Поэтому только сугубо подход ко всем своим знакомым. Повторяю, к знакомым. Почему? Потому что на самом деле друзья тебя поймут в любом случае. А вот со знакомыми нужно, конечно же, приложить усилия обязательно, подумать заранее, как это будет происходить. Следующий вопрос. Совершенно замечательный. День рождения для женщины. Это праздник или путь к старости? Ох, какой шикарный вопрос. День рождения для женщины. Это... Нет, день рождения для женщины – это лишний раз показать свою значимость, свою красоту, свою женственность, элегантность, лишний раз ошеломить всех своими нарядами, задрать нос кверху, помечтать о море, пальмах рядом с любимым человеком. Поэтому день рождения для женщины – это не путь к старости, это путь к мечте, путь стать... Ну, к счастью, да. Стать счастью этой вселенной. Поэтому нет, ни в коем случае, дорогие, день рождения – это путь к красоте, а не к старости, к любви. Следующий вопрос. Так, очень много вопросов, но я выбираю самые вкусные вопросы. Какие слова и поздравления трогают вас до глубины души? Ну, те, которые сказаны от сердца. Это абсолютно точно, потому что я... отношусь к той категории людей, которая очень чувствует искренность. И для меня очень важно, чтобы слова были не просто заученными какими-то фразами, стишками, знаете, там, или гифками, которые высылают всем подряд так по списку, и тебе заодно залетело. Я все-таки предпочитаю слова от души. А иногда можно помолчать. Я люблю молчание от души, от самого сердца. Когда молчат, смотрят на тебя, и все понятно. Такие поздравления я тоже люблю. Так. Такой день рождения остался самым-самым-самым-самым в памяти. В памяти. Самый-самый день рождения такой осталось. Ну, маленькая я была, я не помню. Наверное, помню все-таки 10 лет. Да, 10 лет я помню. Почему? Потому что я впервые на свой юбилей 10-летний давала своим родственникам сольный концерт. И это была не табуретка, это были настоящие разные костюмчики, это была такая мини-сцена, и я была звездой Тани Славянской в свои 10 лет. И самый запоминающийся, конечно, у меня это день рождения. Мне нравилось в свой день рождения усадить всех, чтобы они кушали, чтобы они на меня смотрели и меня слушали. Вот такая вот я артистка самых-самых пеленок. Вот. А какой подарок? Ну, самый запоминающийся подарок – это подарок моего сына. Дело в том, что мне мой сын давно-давно-давно на самую первую свою такую небольшую скудную зарплату, такую детскую, но зарплату не мама ему дала, а именно зарплату, он купил образок покрова Пресвятой Богородицы и подарил мне его. Поэтому самый запоминающийся подарок – это от моего сына покрова Пресвятой Богородицы. Вот такой чудесный подарок. Я до сих пор его храню и помню о нем.